Два года назад Горьковский автозавод показал во Франкфурте любопытную новинку. «Газели Next» для выставки имплантировали 2-литровый турбодизель Volkswagen, к которому приладили 6-ступенчатую коробку передач собственной газовской конструкции. Машину успели сертифицировать, однако из-за угрозы американских санкций против газа проект был заморожен. И вот теперь, как стало известно телеканалу «Автоплюс», 2-литровые 6-ступенчатые «Нексты» наконец начали отгружать дилерам. Напомним, что до этого «Газели» оснащались турбодизельными четверками серии ISF. Это разработка американского Каминса, но собранная на китайском заводе «Хуадун». Новый мотор — это чистокровный немец, который будет приходить прямо из Германии. Он проигрывает американскому китайцу по мощности, зато обходит конкурента по крутящему моменту. Из-за этого газовцам пришлось установить новую, более выносливую коробку передач. Ее разработала и выпускает сама группа ГАЗ. Трансмиссия рассчитана на передачу 450 ньютон-метров крутящего момента. А в корпусе предусмотрен лючок для подключения коробки отбора мощности. Известно, что новая пара агрегатов сделала нижегородскую полуторку примерно на 5% экономичнее, а заодно немного дешевле. Правда, пока такие экземпляры отгружают только лишь одному дилеру марки ГАЗ. Между тем, сам Volkswagen начал производство и отгрузки новейшего Caddy. Первыми проверить удобство свежего каблучка смогут автомобилисты Германии, Австрии и Польши, а дальше запланированы гастроли по другим частям Европы. Напомним, что самый новый Caddy запоздало переехал на платформу MQB. Главным следствием этого переезда оказался отказ от рессорной задней подвески. Теперь сзади стоят пружины. Кроме того, каблучок получил новую электронику и свежие агрегаты. 2-литровые дизели стали экологичнее, а гамма бензиновых движков ужалась до единственной 1,5-литровой турбочетверки. Коробки передач — 6-ступенчатая механика или 7-ступенчатый преселектив. Для самых мощных вариантов заявлен полный привод. Также Volkswagen уверяет, что новинка обрела 19 новых или улучшенных систем помощи водителю. А общий посыл — Caddy сделался экономичнее, вместительнее, безопаснее и комфортнее —